Что я хочу сказать? Полез я под камеру. Знаешь, что я думаю? Он нам по ушам причесал. Он похож на какого-то мужика, начальника с охраны. Всем привет. Мы сейчас с Серегой пойдем гулять куда-нибудь вон в ту сторону к реке Клязьма. В общем, посмотрим, что из этого получится. Я особо-то тут ничего не планировал сегодня снимать. Но раз уж я во Владимире, надо этим воспользоваться. О, все. Он мне как раз пишет, что он идет к вокзалу. Увидим, что из этого получится. В общем, нашли какую-то железку. Вот идем по ней. Я не знаю, есть тут камеры, нет. Видно меня, нет, что я с телефоном иду, снимаю. Да вон, буквально сколько тут, 30 метров, а ухоженный более-менее город, тут резко такой андеграунд, как ты выражаешься. Короче, переключаемся на 30 градусов. На нас смотрят. Я не знаю. А так, сука, отблески пошли. Не одно дерьмо, так другое. Да. Вот тут мы ни разу не были, это точно. Все, пойдем. Ну пойдем, если нас никто не тормознет. Если тормознут, то понятно, что мы идем. Да, и уйдем. Скажем, делов не знали. Вот реально, смотрите, да? Ничего нету, я камер не вижу. Не, ну они на нас смотрят. Ну, короче, Серега нашел где-то издали, но никто, по крайней мере, нас не контролирует. Вон там сзади меня она, что ли, где-то, да? Да, вот где видишь, вот это здание ближе к нам. Ну, самое левое верхнее окно. Оно сюда смотрит? Да. Ну, значит, нас сейчас палят. А если пристанут, то значит все, можно. Раз никто не пристал, значит можно. Да. А тут одни железки и ничего больше. Ну, походу, это видео знаешь, когда эти все. Походу, да. К вокзалу. А, это на сортировочную станцию идет, наверное. Это типа заброс, да? Налево. Да это хрен с ними. Мне они нафиг не нужны. Да. Вот такая здесь хрень. Ну да, мы похоже на сортировочную станцию попадаем. Нам надо перейти, в принципе, вот за эти сараи в ту сторону. Здесь следы берц. Какой рельеф. Причем берц, знаешь, здесь кто-то все-таки ходит. Ну ладно. Вагоны даже ездят. Да. Нет, вагоны ездят. Я сегодня видел, как они ехали. Вот. Но мы хотим к реке попасть. Я не знаю, что да как здесь. Нам надо пролезть. Вот сзади меня такие дебри. Но я не знаю, что из этого вообще получится. Вон уже прочитали надпись, что там под наблюдением. Вон, я надеюсь, ее видно. Вон сама там станция. Они, кстати, едут, отходи. Иди сюда. Во, иди сюда, сейчас и посмотрим. Да не важно. Важно, что мы сейчас снимем, как они едут. Вот. А так здесь вот можно и побухать, и это. Да, судя по внимательный объект под охраной. Это, судя говорю, как бы по станции. Ну да. Вот, сейчас у нас тут проедет поезд. Знаешь, все-таки мы на сортировочной станции. Да. Вот. О, рыжуха сидит, как их называют. Да не, нормально. Да. Прикольно, да? Нас один только видел. На нас смотрел, остальные не смотрели. Не, ну судя по тому, вот что я... Нет, давай будем реалистами. Нет, где ты? Будем реалистами. В других видео у других людей,
как они их зовут, рыжухи, они сообщают всегда. Поэтому нам надо когти отсюда рвать. Да. Вон еще один состав проехал. Тут грохот такой был. Я не знаю. Нам, если честно, и, как говорится, и хочется, и стрёмно. Потому что я не знаю, просто мы сможем тут перейти или нет. Вообще здесь, конечно, интересно. Вон эти стоят, видишь, блин? Вот, да, мы здесь. Только нам мы должны быть с другой стороны. Рыжух, видишь, да? Да, вон один. Вон один. Короче, нам нужны тоже рыжухи. И одежда попроще, да. И будем ходить тут смело. А сейчас пока что-то... Я тебе говорю, нам надо там под дорогой, под железной пройти, и мы окажемся с той стороны. И вот там как раз и стоят эти старые вагоны, которые я хотел посмотреть. Вот, раз там Андрей на велосипедах катались, значит, там можно пройти, проехать. Все. Да нет, здесь, ну не, нахер, вот как раз будка, здесь по-любому рабочий. В общем, мы сейчас возвращаемся, чтобы нам не наглеть сильно. Мы обойдем сейчас вон с той стороны, под железной дорогой, а там дальше по обстоятельствам. В общем, мы уже идем назад, как видите, всем похрену на нас было. Даже если нас в камеры кто-то видел, наши лица уже примельканные на веб-камерах города Владимир. Я думаю, вы нас узнали и знаете, что мы просто занимаемся фигней. Вот как-то так. Но было интересно там полазить. Ему тоже. Когда в Москве работал в охране, там раньше ворота были открыты, и там калитка была открыта, или воротина сама. И мы туда проходили, садились в электричку, минуя вокзал и всего. Было весело. Сейчас мы вот пойдем под этот мост и с той стороны попробуем подойти к тем вагонам. Как по мне, сейчас все равно народ, наверное, стремается. Ё-моё, я тут еле помещаюсь, чтобы вы понимали. Стремается всех вот таких походов. Вот, потому что это... Но скажут, вот какие-нибудь эти. Снимают какую-то, блядь. Не уронить бы телефон-то. А здесь уже даже и этого нету, да? Перильце какой-то есть. Типа, ребята... Держитесь. О, я даже не могу развернуться здесь с рюкзаком. Ну, вот такой туннель. Вот такое перильце. Ну, вот чтобы вы видели, где я стою и как я стою, да? Вот. Все. Вот уже дорога. Ничего больше нет. А здесь так вообще, смотрите, проходить негде около этого уголка, да? Опа. Как не знаю, где пролез. Ну, зато прикольно. Вон еще тут красные звезды на воротах остались. Ну что, еще один мост. Слушай, а я ведь не знал, что здесь под мост можно пройти. Знаешь, в чем прикол? Тогда какой смысл? Мы облазили вон там, если под этим мостом прошел, и вот забрался спокойно на железку. Вообще, да? Так. Нам надо вон туда, откуда уедет вон та тачка. Не, ну... В общем, нам в теории нам туда, откуда машина вот эта. Вон. Нету никого. Это уж не до прикола. Пойдем под мост. А, ну ничего страшного. Не, вот сюда, наверное. Где ты у меня там? На нас... Товарищ из машин так посмотрел. Во, водоохраняемая зона. Значит, мы уже близко у реки. Водоохранная. Да. Водоохранная. Вечно я ее неправильно называю. Вот потом мы по этой лестнице поднимемся на этот мост. Возможно, вот этот мост, по нему и объездной путь. Не потому, он тачка едет, опять осторожнее, машина. Тихо, ветер дует. Стоял бы, где стоял.
Чего ты хотел? Короче, еще прикалывает меня, смотри. Вот тут максимальная высота машины, то есть если тут какой-то грузовик поедет, то 4 метра, да? Неизвестно, вот если эта дорога куда-то ведет, то ладно, но самый прикол в том, что тут 4 метра типа высота максимальной машины, но при этом там мы видели туннели, где 3,6, а потом вообще 2,6. И как они тут вот ездят? Не знаю. Как-то. Вон разлив какой. Мы не учли одного момента, что здесь разлив вот такой. Это вот я к тому, что когда, Саш, ты написал комментарий, что разлив, вот разлив надо где смотреть, в другом месте разлив Клязьмы. А чё его смотреть постоянно там, где мы были? Вот. Не спрашивайте нас, что это за велосипеды и за самокат, мы не знаем, чьи они. То есть даже ответить не можем. Дорогу-то залило. Мы не можем пройти. Мы должны были пройти вот здесь и вон там выйти на этот путь, вот который идет по этому мосту-то. Я тут и думаю на ходу, и все. Но разлив, конечно, мощный. Я не ожидал, что здесь так. Пойдем посмотрим. Да, мы должны были пройти по этой дороге. Дороги нет. Да, дороги нет, кино не будет. Хотя не, вон пацаны где лезут. Так что пацанов ты не снимай, чтобы их видно не было. Чё, там можно обойти эту воду, да? Ну чё, попробуем, нет? Не, ну слушай, ну они-то меньше нас, они-то там пролезли, я там со своими габаритами не пролезу. Ладно, выключай, чтобы их видно пока не было. Ну вот, дети нашлись, чей велосипед, самокат. Ну что тут сказать? Прилив. Уж извините, купаться не буду. Я не знаю, я, конечно, попробую сейчас пройти. Блин, тут захлёстывает. Слушай, если я утону, мне придется твои кроссовки одеть. Блин. Я вижу. Это легко говорить, он здесь про... Не, не глубоко, но я в кроссовках, вот что. Да чё я стою? Нет, я просто смотрю, он мне бы туда прыгнуть-то. Опа. Ха-ха. Опа. Ха-ха-ха. Всё, я здесь. Слушай, а ты только смотри, чтобы они в кадр не попадали. Детей нельзя снимать без разрешения родителей. Вот. Ну, Серёня, либо иди быстрее, либо это. Ну, я имею в виду это. Ну, ты тогда отойди пока. Надеюсь, я не упаду. Не, я просто включил. Да. И то мы вместе с забором улетим. Да я... Подожди. Сейчас мы... Вон тут гвоздей сколько, если накроет. Тут сплошь и сделан колючая проволока. Поэтому лезем. Блядство! Она и снизу, так штаны не разодрал. Да, аккуратней, Серег. Так, дожди. Осторожно. Держи вот эту ветку. Держишь? Все. Проходи. Идем. Ну все, дети нам подсказали, как здесь пролезть. Пролезли. Ё-моё. Ну, упремся, если
то назад пойдем. Я сам, главное, микрофон не уронил. Да, здесь везде залито, вон там тоже вода. Не попадем мы к вагонам, короче. Ну, вот такой разлив. Буду медленно двигать камеру, чтобы было лучше видно. Надеюсь, этот ветер микрофон все-таки давит. Вот. Потом мы пойдем сейчас вон туда дальше, посмотрим, что там. Дети прошли вот здесь. Вон они там вдалеке идут. Вот, кстати, у этих детей интересное детство. Такое же почти, как у меня. Когда я лазил по стройкам и везде. Вот. Нет, я просто имею в виду, что вот. Об этом я и говорю. Нет, что они на природе. И сами по себе. Не, ну мощно, мощно. Я сейчас выткну ресивер, чтобы было слышно, как о берег все бьется. Во. Ну, конечно, надо стихнуть ветру, да? Сейчас я вам покажу шум прибоя реки Клязьма. Ветер стих. Сейчас давай запишем голос, пока нет ветра. Начинается ветер. Интересно. Тут на лодке бы поплавать. Вот здесь из таких старых камней постройка. Что было, непонятно. Но камни точно старенькие. Ну что, двигаем дальше в сторону сортировки. Слушай, мне кажется, здесь дом какой-то был. Видишь, чего-то тут стояло. Может, какая-то подстанция. Ну, что-то было. Не, мы не пройдем, Серег. Здесь тоже мы отрезаны. Мы как на острове. Да, здесь что-то стояло. А что, неизвестно. Я думал, мы вот здесь сейчас пройдем и туда. А оказалось, все совсем не то. Интересно, что здесь за постройка была. Ты тут аккуратнее ходи, а то мало тут какой сельский туалет был. Потом раз, на, я тебя буду доставать из дерьма. Дети, которые нам показали сюда дорогу, если вы смотрите это видео, но вдруг вы случайно на него наткнулись, вам спасибо большое. А то мы бы там так и стояли и думали, можно сюда пройти или нет. Не, здесь шикарно, наверное, когда здесь все высохнет. И когда все это будет дело цвести. Но сегодня не тот день. Ладно, пойдем смотрим, что там вон дальше. И по обстоятельствам. Все, мы подошли к асфальту, к дороге. Здесь вот эта лужа. Метров, я не знаю, полкилометра точно квадратного залито. А мы пошли на асфальт. Медленно, но верно мы сюда пробрались. Да, в таких шмотках только лазить по таким дебрям. Опа! Слушай, ну здесь неплохо. Смотри, красота. Точнее, смотрите. Мы это сделали в прямом и переносном смысле. Здесь уже асфальт более сухой. До сюда не дошло, здесь выше. Вон уже сортировочная станция еще ближе, хотя большая ее часть вон там. Мы, оказывается, сзади какого-то МВД лазили. Мы потом почитали, что было за здание. Я думаю, они там поугарали на нас, если видели. Ну, в камеры кто смотрел. А так, вот на тот
холм надо зайти. И там всего скорее стоят те вагоны старые. Мы уже почти на дороге. Опа. Так. Ох, ёл. Ласточка едет. Ласточку сними. И меня на фоне нее. Да. Неожиданно. В Нижний Новгород поехала. В общем, получается, мы рано вылезли сюда, потому что это... Вот это... Тут будка где-то должна быть. Помнишь, который я тебе будку показывал? Вон то здание, да? Вон там где-то мы были. Короче, вагоны, наверное, вот здесь где-то. Давай на карте просто посмотрим. Давай, чтобы нам не маячить, у них тут наверняка эти тепловизоры стоят. И мы это, светимся у них. Вокзал-то далеко вообще? Сейчас я быстро гляну. И сразу, если что, назад. Ну, в принципе, да. Меня хорошо видно, да? Вон старообрядческая церковь, значит, те вагоны там где-то. Мы их прошли. Вот эта будка. Наверное. Хрен знает. Пойдем вниз, назад. Заблудился я. Ладно, пойдем, пока нас не спалили. Да хоть на третий путь. Слушай, как бы теперь еще слезть отсюда? Не упасть. Опа. Сейчас. Вот здесь. Иди сюда. О, юный мореплаватель. Понес холодильник, хочет в лужу плавать. Я ему сейчас сказал, чтоб он не делал, но... Я не уверен, что он меня послушал. Да, правильно он нам сказал, дальше не пройдете, тут вода. Причем конкретная водища. А че он тогда здесь не плавал? Все, мы пришли. Ну вот и на этом наша миссия завершается. Мы должны были зайти за поворот. Теперь уже я точно знаю, я по карте посмотрел. Вот эта железная дорога, которая идет к автоприбору. Это вот вся залитая территория. Мы никуда пройти больше не можем. А идти по линии мы сейчас спалимся. Проверка звука. Что я хочу сказать? Полез я под камеры. Вот. Потому что по-другому у меня не получается. Сейчас я займусь своим любимым делом, то есть заниматься ерундой. Ха-ха-ха. Главное не упасть теперь. Там сейчас что-то опять идти будет, да? Но не знаю. Вот-вот. Вот, видите я где? Я очень близко здесь. А идти нам до тех вагонов, это вон туда. Потому что там идет охранник. И он нас сейчас уже спалит. Вон я его вижу. Так что облом. Вот такие дела. Слышь? Сваливаем. Охранник идет. Вон там. Сваливаем туда. А? Ну, может и по нашу, может по душу детей. Нам откуда знать. В общем, ребята, все в другой раз. Но было весело. Мы
предполагаем, что нас сдал машинист «Ласточки» Нижний Новгород, которая, потому что, судя по видео этих трейнхопперов, да, сдают машинисты. Когда встречные поезда едут, они друг друга видят, и если человек сидит на вагоне, да, и засветился, то машинист, как они говорили, обязан позвонить и сообщить, что там люди на составе едут. Ну а здесь вот мы, как подарок, такие, лазим, светимся. Ну а все, нам больше ничего не скажут, мы уже вне зоны действия событий. Так что, ребята, не переживайте, я сам бывший охранник, я знаю, что можно, что нельзя. Ага, а вон и дети с этим холодильником, на котором они собирались плавать. Надо им все-таки пойти еще раз скачать дурацкой затея. Хоть они собрались плавать вот здесь на дороге, но я думаю, тут по пояс все равно уйдешь. Иди в кадр. Что? Не, зайди назад. Надо, чтобы ты просто... Это не плановый отсел, да? Не, я... Включенная камера была. Ну чё, падаем? Похоже, всё. Провалилось. А дальше она облокотилась на другие такие же повисшие двери. Оп, не-не-не, чё-то падает. Тихонько, помаленько. Контент подъехал. Давай проверим, чье терпение лучше, да? Наше терпение или их устойчивость? Ну давайте. Вы будете на Ютубе запечатлены на века. Падаем. Так чуть-чуть прогибается. Сейчас выключишь, а оно и это, да. Опа. Ну они потихоньку это, руку сползли. Ну да. Ну это ладно. И походу все. Здравствуйте. Здравствуйте. Воды не было, да? Да не было, говорят. Мы сами пришли посмотреть. Вот я тоже подойду. Да вон смотрим, дерево падает, ждем, упадет, нет. А вот это вот, вон сучки еще ломаются, все. Походу все, да. Повисло оно на других. Да-да. Ну, значит, не судьба. Да и то, там вон дети нам показали, где пролезть можно. Это ну, надо... упадет, но... Не скоро. Ну да. Ну чё, Серега? Опа. Сыпется. Да. Чуть-чуть прогибается, но падать-то не хочет. Не, если бы вот этих двух деревьев перед ней не было, она бы спокойно упала. Тут два дерева есть, да? Ну да. Тем более, вон, видишь, там оно... Да не, ветки только ломаются. Знаешь, что я думаю? Он нам по ушам причесал. Он похож на какого-то мужика, начальника с охраны. Я понял. Приехал, типа, посмотреть. Я тебе даю гарантию, блин. А то давай тут за разлив, я тоже приехал посмотреть, а хоть ты тогда уехал-то? Ну да. Начесал нам по ушам, да. Я тебе говорю, опа! Контент! Прикольно я.
Вот так вот. Что значит просто включенная камера. Как говорит Стас, Серега Майоров все время таскает, да, на башке включенную камеру. Именно вот на такие случаи, что если вдруг что-то, он случайно заснял это все. Вот. В общем, я сейчас был в этом хостеле, да. Если что, я узнал цены. 500 рублей в сутки у них. Так что если мы с тобой в следующий раз поедем в Ладос, да, то это, мы сюда остановимся, приедем. Я нашел где, видишь, вот у Владимирского централа. Видишь, какое здание. Так что, если что, нам даже за ночь, ну, по 500 рублей с человека, в принципе, это фигня. Если так разобраться-то. Вот такие дела. В общем, ну пока я не знаю, что сказать. Это я так от нечего делать сходил, потому что мне заняться нечем. И это, ну чисто посмотрел, что да как, что да где. Вот. У тебя там что, кстати? Ты же там не освободился? Ну, в смысле, вас не отпустили с занятий? А то как-то у Владимирского централа освободился, позвучало с другим смыслом. Я просто сейчас это, выхожу уже оттуда, отсюда. Я, блядь, тоже, да, выхожу, блядь, слово, пиздец. Короче, я сейчас дойду до улицы, до какой-нибудь центральной. А там, если что, мне это, как его, ну, или напишешь, или что, я не знаю просто, что делать. Я сейчас уже пожрал, в принципе, да, здесь. И, ну, меня вроде как отпустило. Меня уже не мутит ничего. Вот. Это где мы с тобой тот раз стояли? Вон, видишь где? Где мы перешли с тобой дорогу по пешеходнику и не знали, что тут светофор. Вот в этом месте мы где-то были. Ну да, вон армейский магазин там. А, нет, вру, вон армейский магазин. Ну, короче, ты понял, где я. Это, оказывается, не в дурку дорога, а в Владимирский централ.